ход пошли фантазии и деревянные каркасы. В Кирово-Чепецке прошел конкурс снежных скульптур. Но из-за бесснежной погоды мастерам пришлось потрудиться, чтобы собрать необходимое количество снега. Единственный плюс – материал хорошо лепился. Школьники подготовились заранее, собрали каркас из досок и облепили их снегом. Получилась детская карусель. Другие участники недостаток снега компенсировали оформлением. Красили фигуры, добавляли элементы. В конкурсе приняли участие 14 команд. Скульптуры создавали на одну тему – народные промыслы ко дню рождения города. Жюри выбрало двух победителей – карусель и горку в виде дымковской игрушки. Каждый год я действительно удивляюсь, как можно вообще вот такое сотворить. Они ведь продумывают все абсолютно до мелочей. Атрибутика, какие-то там огонечки, подсветка. Ну, то есть это невероятно на самом деле.